Перми осудили водителя бетономешалки, который задавил велосипедиста. ДТП, напомним, произошло в августе прошлого года. Случившееся попало в объектив видеорегистратора. Шофер грузовика, обгоняя велосипедиста, по всей видимости, не выдержал необходимый боковой интервал. Водитель допустил наезд на велосипедиста 1959 года рождения. Последний двигался в попутном направлении по правому краю проезжей части. В результате ДТП пострадавший от полученных травм скончался на месте происшествия. Суд признал водителя виновным в нарушении ПДД и эксплуатации транспортного средства. Приговор 2 года лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. Между тем, водители и велосипедисты и до трагедии не раз обращали внимание на проблему. Последних трагедия даже заставила изменить маршруты. Именно по этому участку я ездил каждый день после этого случая, я сейчас только здесь буду ездить. Здесь тут обочина, конечно, дорога узкая, то здесь ни водителя некуда подвинуться, ни велосипедисту. Кроме того, местные жители частенько замечали проваливающиеся на обочине фуры. Не все дальнобойщики из других регионов знали об опасности и сталкивались с неприятностями. При этом установить там ограждение, уменьшив ширину проезжей части, невозможно. Она и так узкая. Даже не бордюры, ничего. Вот, посмотрите, слой снега лежит. Машина стоит на дороге, а телега хапанула, и у нас снесло. Здесь яму. Ничего нету, ни ограждений, хоть бордюр был.